Аллилуйя. Это хороший слов. Аллилуйя. Амин. И амин тоже. Praise God, because it's Hallelujah. It's not just a sound that you hear from others, but it is a sound that это не тот звук, который мы слышим снаружи, но он изнутри нас исходит. It's one universal sound that same. Это универсальный звук, который везде звучит одинаково. Только японцы не могут выговорить, они говорят «Харируя», потому что буквы «Л» у них нет в языке. Аллилуйя. Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя. Such a privilege. Это большая привилегия. To know that we do not organize our program ourselves. Понимать то, что не мы сами свою программу организовываем. What a privilege to be led by the one who knows. Это привилегия быть ведомым тем, кто знает все. And what he knows, he makes known to us. И то, что он знает, он нам открывает. Praise God. Thank you, Слава Богу. Спасибо тебе, Отец. Thank you that you're no longer keeping a secret from any man. Спасибо, что ни от одного человека ты уже секреты не хранишь. And I thank you also for this morning. Спасибо за это утро, Господь. There'll be such a powerful just consciousness. За это сильное осознание. Of the true light. Истинного света, который был послан в этот мир, тот, в котором есть жизнь, пришел с определенной целью, чтобы просветить каждого человека, всякого человека, чтобы мы не просто были свидетелями о свете, You are light in us. Потому что, Иисус, Ты свет в нас, а мы свет в Тебе. Спасибо, что весь мир нуждается в этом свете. Спасибо, что этот свет пришел, чтобы осветить наши сердца. Свет познания славы Божьей. In the face of Jesus в лице Иисуса Христа. I thank you for that personal Спасибо за это личное познание, that intimacy of relationship, за эту близость отношений. And that it is so powerful, это так сильно, that we no longer even have memories of darkness. Что уже не осталось никаких воспоминаний о тьме. We're not even fighting darkness, мы даже не сражаемся со тьмою, because light hasn't got a consciousness, потому что свет не осознает тьмы. I thank you this morning, Спасибо Father, за это утро, Отец. Of your word. Когда мы входим в Слово Твое, Слово Твое есть Дух и жизнь. Он просвещает каждого человека. Спасибо, Отец. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Спасибо. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо. Аллилуйя. Мы worship you, Lord. Praise God. Вау. Wow. Вау, это хорошо. Praise God. Спасибо. I want to say thank you very much to Pastor Victor. Я хочу поблагодарить пастора Виктора от всего сердца. That even before we met, даже до того, как мы повстречались с ним лично, I hear that я услышал, что we will have the privilege to minister у нас будет привилегия служить здесь на воскресном собрании, this precious congregation of saints. В этом драгоценном собрании святых. Аминь. 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 Экклесия. Это экклесия. Amen. Alleluia. Экклесия of God. Экклесия Божья. Amen. Because of Him. Потому что от Него. We are. От Него мы. Amen. Not will be. Не будем от Него. Not was. Не были от Него. Because He is. Потому что Он есть. And we are. И Он есть, поэтому и мы есть. Thank you, Spirit Спасибо, of Holiness. Дух Святости. That declares sonship. Провозглашающий сыновство. Even these moments. Прямо сейчас. That not one of us will have any uncertainty about who we are. Ни у одного из нас не осталось неуверенности относительно того, кто мы есть. Because we are. Потому что мы есть. Because you are. Благодаря тому, что Он есть. And you've never lost your knowledge of us. Ты никогда, Отец, не терял свое познание относительно нас. You were never confused about us. Ты не был в смятении относительно нас. You were never influenced by any deception. Ты не был никогда под влиянием никакого обольщения и лжи. Eternal God. Вечный Бог. Спасибо,
что даже сейчас, в этот исторический момент, вечность стала для нас реальностью. И что-то внутри нас просто взрывается. Спасибо, что внутри нас есть пространство для Твоей полноты. Потому что Ты вложил вечность. Ты вложил вечность в сердце человека. Аллилуйя. 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 Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя. Вау. It's good, amen. Это хорошо. And it's true. И это истина. Аллилуйя. Вау. Спасибо. God is good. Бог благ. Because. Потому что. God is love. Бог есть любовь. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Спасибо, Отец. I want us to read some verses from 1 John. Я хочу, чтобы мы прочитали место Писания из первого послания Иоанна, chapter 4, из 4 главы. That is his letter that he wrote. Это то послание, которое Иоанн написал, when he was already an old man, когда был уже пожилым человеком. According to tradition, he must have been about 90 years old. Считается, что ему было около 90 лет во время написания. Of all the disciples, а Иоанн был самым молодым из всех учеников Иисуса. Был тогда молодым, молодым парнем, около 19 лет. And he was the one who at the table, you know, rested. Он был тем, кто на вечере лежал, возлежал на груди Иисуса Христа. Imagine that intimacy. Представьте вот эту близость. The one who is eternal Son. С тем, кто является вечным Сыном Божьим, вечным Господом всего творения. And yet, even John, и тем не менее, даже Иоанн he could not come to a full understanding. Не мог прийти к полному пониманию. Even he, together with all the other disciples, со всеми другими учениками, даже он, they denied Jesus. Они все отвергли Иисуса. You remember all of them. Вы помните, что все оставили Его? And Jesus, he was not disappointed. Иисус не был этим разочарован. Because he knew, потому что Он знал, that it is impossible for natural man, что для плотского человека невозможно to come to an understanding прийти к пониманию of God. Бога. Even though the fullness of God, даже если полнота Божия dwelt in a body for 3 years, обитала в теле человека в течение 3 лет, со всеми учениками рядом, они видели, слышали, их руки могли осязать Его, Слово жизни, вечный Логос. Тем не менее, они не понимали. Потому что Бог предназначил нас прийти к познанию того, который был и есть и грядет. Все, что касается Его, это вечная истина. Это есть Евангелие. Вечная истина о нас. Это радикальное слово. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец. Father of Jesus, Отец Иисуса Христа, that you sent him, Ты послал Его into this world, в этот мир. Alleluia. So humanity, человечество, can come to an understanding, чтобы могло прийти к познанию, the only understanding that sets every person free. Это единственное познание, которое освобождает каждого человека. And that is the knowledge that Jesus had, это то познание, которое было у Иисуса Христа, while he was on the earth. В то время, когда Он на земле еще пребывал. Он не был под влиянием мнений людей. Его глаза, Его уши. Он не полагался на то, что видел и слышал. Благодаря вечному познанию Своему. Вечного Отца. And he came to give one revelation, и Он пришел с одним откровением, that sets us free, который нас освобождает. When he said, Он сказал, my father, мой Отец, аллилуйя, это your father. Ваш Отец. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you for that revelation. Спасибо за это откровение. That is more than just beautiful words. Это более чем прекрасные слова.
Holy Spirit, you've come. Дух Святой, ты пришел. And you did not come to speak about Jesus. И ты не пришел говорить об Иисусе. You came to reveal ты пришел, чтобы явить Его. Thank you that we know more. Мы знаем больше, than the disciples could know. Чем ученики могли знать. Even when Jesus appeared to them after he was resurrected. Даже если Иисус им являлся уже после воскресения своего. Again, their eyes could see. Их глаза their ears could hear. Могли видеть и уши слышать. Even their hands could touch. Даже руки могли касаться. This glorified body. Это прославленного тела. And they did not know. Но они не понимали. They knew in part. Они знали отчасти. They still wanted him to restore one kingdom. Они все еще хотели, чтобы он их царство восстановил, только для одного народа. Father, I thank you for giving us revelation. Но спасибо тебе, что ты нам даешь откровение. But even when you spoke to Abraham, даже ты когда Аврааму проговорил слово, ты дал ему откровение, дал ему обетование. В семени твоем благословятся все племена земные. Спасибо, Дух Святой. And that you have come. Ты пришел. Oh, hallelujah. To make that Christ, чтобы этот Христос, such an indwelling reality in us, которая обитающая реальность внутри нас, knew, чтобы мы знали то, что знает Иисус, while he dwelt on this earth in a body like когда ours, Он ходил на земле в теле человека, because he knew the Father, потому что Он знал Отца. And in that Father he knew, и в этом Отце Он знал. From before time, Он знал Его до начала времен. I was. Я был in the Father, в Отце, the Father in me. Отец во мне. And that reality, и эта реальность that not changed, не изменилась, when he came to this earth. Когда Иисус пришел на землю. I'm in the Father, he said. Я в Отце, Он сказал, Отец во мне. There was no past reference. Это не было к прошлому относилось. There was no future reference. Это не относилось к будущему. Because eternal reality потому что вечная реальность hasn't got past or future. Не имеет ни прошлого, ни будущего. Thank you this morning, Father, спасибо за это утро, Отец, there is revelation, которое мы имеем откровение. Spirit of wisdom. Дух премудрости и откровения, спасибо, что ты дал нам более, чем информацию сегодня. Спасибо, что истинный свет просвещает, чтобы мы могли прийти к этой невероятной реальности, что мы все с открытым лицом можем взирать на славу Господню, как в зеркале. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. You did not come to us and told us that we must try to become like you. Ты не пришел нам, чтобы сказать, чтобы мы попытались стать такими, как ты. You. Ты. Became like us. Стал такими, таким, как мы. Except for sin. Кроме греха. Hallelujah. Спасибо. So that you could pay the penalty. Чтобы ты мог заплатить цену наказания. So you could destroy every evidence that чтобы was against ты мог us. Уничтожить доказательства, бывшие против нас. Because God was never against потому us. Что Бог не был никогда против нас. Even when we all were prodigal sons даже когда все мы были блудными сынами и дочерьми. Father always knew the truth. Отец всегда знал истину. Holy Spirit, I thank Дух Святой, спасибо тебе. For an impartation of light, за передачу света of that knowledge, этого познания, that we have, которое у тебя есть, our Father. Отче наш. We're not from creation. Мы не от творения. We're not from the earth. Мы не от земли. We're from you. Мы от тебя, Господь. Father of light. Отец света. We worship you. Мы поклоняемся тебе. Hallelujah. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Аминь. Also good word. Это хорошие слова. Аминь. Because also that happens inside. Потому что это внутри нас происходит. Amen. Аминь. We understand the truth. Когда мы понимаем истину. About eternal God. О вечном Боге. Our eternal Father. Нашем вечном Отце. And everything in us just spontaneously. И все у нас просто естественно откликается. Agrees. Соглашается. Это так. Да, это так. Будет так. Да будет так. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Wow, I want to read 1 John 4. Я хочу прочесть 1 Иоанна из 4 главы. Because Jesus came to give revelation. Иисус пришел, чтобы дать нам откровение. Of eternal God. О вечном Боге. Eternal Father. О вечном Отце. Eternal love. О вечной любви. Hallelujah. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Thank you that
Спасибо, что мы осознаем, как никогда раньше, что все, что ты сказал, все, что ты совершил, было мотивировано только одним — твоей вечной природой, любовью Агапы. Аллилуйя. И ничто не могло противостать этой любви. Ничто не могло ее угасить. Этот огонь Агапы. И сегодня утром, Отец, я прошу Тебя, Ты послал Сына Своего. И обетование о Сыне, которое Ты сказал, что Он будет нас крестить Духом Святым и Агапой, огнем. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Аминь еще. Аминь. Аллилуйя. Thank you. Спасибо. Did I just read one? Oh, gone again. 1 John 4. Давайте прочтем 1 Иоанна, 4 глава. I will ask Igor to read just in the Russian. Я попрошу Игоря по-русски прочесть. And when he reads from verse 7, и с 7 стиха, когда он будет читать, as we hear, когда мы слышим это слово, and because it also speaks of the wonderful fruit of that love. Здесь говорится о прекрасном плоде Божьей любви. And let us see it as fruit, amen. Давайте видеть любовь эту как плод. It's not a heavy commandment. Это не трудная заповедь. You know, in just mentioned this in Deuteronomy 6. В 6 главе Второзакония, только я вкратце упомяну. Just after God gave the law to Moses on the mountain. После того, как Бог дал Моисею закон на горе, and when he came to the people, Моисей спустился к народу Божьему. They said, please, Moses. Они сказали: Моисей, пожалуйста. You must listen to God. Ты слушай Бога. We've heard his voice today. Мы слышали его голос сегодня. And we're kind of surprised that we're still alive. И мы еще удивляемся, что мы живы остались до сих пор. But if we listen longer, we will die. Если die. Мы еще будем слушать, то точно умрем. Strange what religion thinks. Это вот странное религиозное мышление. Amen. That it is dangerous to hear the voice of God. Опасно слышать Божий голос. The most greatest privilege. Это самая величайшая Amen. Привилегия. Hallelujah. Thank you, Father. Спасибо, Отец. And then God sighed. He was so И Бог переживал. Ему больно было от этого. But then he gave to Moses И он дал Моисею the great commandment. Великие заповеди. He said they must, that they may love me. Он сказал, пусть любят меня. With all of their heart. Всем своим сердцем. With all of their soul. Всей душой своей. All of their strength. Всеми силами своими. Amen. Спасибо. Аллилуйя. And when Holy Spirit reveals truth. Когда Дух Святой открывает нам истину. Suddenly that commandment. Эта заповедь. Changes forever. It's never again. It will be sure. Это много. Это уже никогда нам не будет казаться, что какой-то трудновыполнимый. Wow. Какой привилегий? What privilege? Это наша привилегия огромная. That I can love God. Я могу любить Бога. With all of my heart. Всем своим сердцем. With all of my soul. Всею душою своей. Emotions, mind. Все мои эмоции, мышлением, разумением своим, всеми силами своими. Уже мои силы не будут растрачиваться впустую. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, что Слово Твое через Твой Дух вкладывается в наши сердца. Чтобы молитва Иисуса исполнилась в силе в нашей жизни друг для друга.
чтобы реальность того, кто Он есть, may just shine through us. Начала сиять через may communicate through us. Нас, доносила через наши слова, may touch through us. Касалась людей через нас, all the people around us. Всех людей, кто вокруг нас находится. Amen. Хорошо. Okay, so now I can read it, please. Давайте мы прочитаем. Седьмого стиха, 1 Иоанна, 4 глава. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Слава Богу! It's not a heavy load. Это не тяжелое бремя для нас. Это величайшая Amen. Привилегия. Аминь. Хорошо. Слава Богу. Извините. That we can love что мы можем любить one another. Друг друга. And that Jesus prayed in John 17. Иисус молился в 17 главе Иоанна, so that all may know чтобы все познали, that we are his disciples. Что мы Его ученики. Аминь. And that is the great commission. Это есть великое поручение. Go and disciple the nations. Идите, научите все народы. Because the secret of a disciple потому что секрет is that he ученичества knows who he is. Это ученик тот, кто понимает, кто он есть. Because of his great love, благодаря его великой любви Божьей we are born мы рождены of that seed of love. От этого семени. Любовь. That seed of love. От этого семени любви. Любви. Хорошо. Аллилуйя. Аминь. You see, it's not giving information this morning. Это не просто информация, которая сегодня утром к нам пришла. It is to equip the saints. Это слово для снаряжения святых. For what God purposed for us. Для того, что Бог предназначил для нас. So that all may see and hear and know. Чтобы все увидели, услышали и коснулись. I mean, I'm sorry if this is not a normal sermon. Извините, что это может не обычная проповедь. I mean, that не есть. I can't do anything else anymore. Я по-другому не могу уже. Нормально, хорошо, спасибо. Okay, read. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Бог есть любовь, амин. Бог есть любовь. Амин. So that love, чтобы эта любовь, hallelujah, has become perfect in us. Любовь совершилась в нас. It's more than just see with your eyes. Это больше, чем увидеть глазами it's своими. A reality that is so incredible. Это реальность невероятно сильная. That which eyes could not see, which то, ears чего could не not видел hear, глаз и не слышало ухо. Which could not even be the dream in и то, что world. Даже в мечтах на сердце прийти God не могло. Has prepared Бог приготовил for us для нас because his love благодаря Его любви. Designed us. Потому что любовь Его нас his создала. Love has begotten us. Его любовь родила нас. И мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Аминь. Мы все достойны. Это добрая весть. Да? Love one another. Хорошо. Любите друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Аллилуйя. Аминь. Фу, спасибо, Дух Святой. Хорошо. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Аллилуйя. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
It's not just будет. It is in the Greek. It just says we love him. На греческом даже не написано «будем любить», написано «мы любим Его». No не в будущем времени. I mean, is present tense. Все в настоящем времени. Presence. Присутствие Божие в настоящем Alleluia. Времени. Thank you, спасибо, Отец. What a privilege. Это такая привилегия, Amen. That we can know, что мы можем знать, as we are known. Как мы сами познаны. Oh, Father, I thank you for this, Отец, спасибо this revelation, за это откровение, it becomes such a powerful reality in us, которое в нас стало такой сильной реальностью, that every other definition, что всякое другое определение, every other opinion, всякое другое мнение, which is not equal to this revelation, то, что не соответствует этому откровению, it was never from you, Lord. Не было от Тебя, Господь. Therefore, it was never true about Поэтому us. Это не была истина о нас. Thank you, Jesus, you are from the Father, спасибо, Иисус, что Ты от Отца, потому что мы от Отца. Ты от Отца, и мы от Отца. Спасибо, что когда Ты пришел, Ты не пришел что-то новое рассказать. Это для нас звучало по-новому. Но это есть вечная истина. Вечная истина, которая нас снаряжает быть похожими на Него, делает достойными. И мы читали предложение, каков Он, таковы и мы. Каков Он, таковы и мы. В Нем мы живем, в этом мире, и существуем. Мы сопричастники Божеского естества. Каков Он, таковы и мы. Его природа в нас отделила нас. Мы были искуплены. Мы искуплены ценою. Уже не я живу, но Христос есть моя жизнь. Каков Он, таковы и мы. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. This was, спасибо, this Отец. Was spontaneous. Это естественно вышло из меня. Amen. Hallelujah. Я люблю вас. Thank you, Father. Спасибо, Отец. What a privilege. Это такая привилегия. Hallelujah. That this love can be expressed. Что любовь мы можем выражать. Hallelujah. There are two prayers. Есть две молитвы, которые апостол Павел написал в послании Ефесянам. Это в первой главе последние стихи и третья глава Ефесянам. Я верю, что эти две молитвы... Мы точно знаем одно, что эти молитвы есть воля Божья. Аминь. So let your will be done on earth as it да is будет in heaven. Воля Твоя на земле, как на небе. Amen. Hallelujah. This is our privilege calling. Это наше призвание, это наша привилегия. To continue the ministry. Продолжать служение. Not about Christ. Не о Христе. But the ministry of Christ. Но служение Христа. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, you've спасибо, come. Дух Святой, что Ты пришел, empowered us inside. Чтобы дать нам силу so that Christ. Изнутри, чтобы Христос. Hallelujah. It's a great reality to us. Это величайшая реальность наша. Than ever could be to any person. Чем когда-либо возможно с кем-либо из людей. Physically experiencing. Физически пережить. Hallelujah. That Christ can dwell. Христос может обитать. Christ Himself. Сам Христос. The Messiah. Мессия. It's not another anointing. Не очередное помазание. For a special task. Для какой-то задачи. That was old covenant. Это был Ветхий Завет. And the old covenant has been fulfilled. И Ветхий Завет исполнился во Христе. The fullness of God. Полнота Божья. Jesus came to prepare a place Иисус пришел приготовить для Бога место in his people, в Его народе, on his earth, на Его земле, because he is our God, потому что Он есть наш Бог, and the earth, земля and all those that dwell in it, и все, что наполняет ее. Hallelujah. It's part of our inheritance. Это часть нашего наследия. Because we are co-heirs together потому with Christ. Что мы сонаследники со Христом. Spirit, спасибо, Дух Святой, что Ты даешь нам это откровение. That every question, что всякий вопросительный знак о том, кто мы такие, purpose, о том, какова наша цель, will, о том, какова воля Божья, every question will become straight. Всякий вопросительный знак выпрямился. Because every promise has been, has received потому что yes, всякое обетование yes, получило yes, свой ответ. Christ, да.
Да, да, во Христе. И мы говорим аминь. Мы соглашаемся, это так. Да будет так. Аминь. Аллилуйя. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. That it's no longer a secret affair. Что это уже не тайное дело какое-то. That every the mystery is revealed. Всякая тайна была открыта. The one Father. Один отец. Hallelujah, so loved the world. Так возлюбил мир. The one Messiah. Один Мессия. That gave his life for the world. Который отдал жизнь свою за мир. Paul says in 2 Corinthians 5 verse 14. Во 2 Коринфянам 5:14 Павел говорит. The love. Любовь. Father, I thank you. Отец, спасибо тебе. Hallelujah. The love of. Любовь Christ. Христова. The love of Messiah. Любовь Мессии. Constrains us. Объемлет нас. Oh, I thank you for that. Спасибо за это внутреннее, Отец. That we are not living towards. Что мы не живем по направлению к чему-то стремимся. We're not motivated by a reward. Мы не наградой мотивированы. We're not so stupid to be motivated by fear. Мы не настолько глупы, чтобы быть мотивированными страхом. Don't preach hell. Не проповедуйте про ад, people will fear, you know. Чтобы людей запугать этим. Then they always fear. Они будут жить в страхе тогда все время. Don't preach heaven as reward. И не проповедуйте о небесах, как о награде. Then they're always trying. Они всегда будут пытаться усилиями своими hallelujah. Достичь этого. Oh, hallelujah. Jesus. Иисус, we worship you. Мы Тебе поклоняемся. Oh, hallelujah. Thank you for the fountain. Спасибо за источник. Fountain of life. Источник жизни. Has come to indwell us, который пришел, чтобы обитать внутри нас, чтобы реки живой воды могли течь из нас. Это все нормально еще. Okay. You must stand up when we must stop. Когда нужно остановиться, просто встаньте и остановите меня тогда. Спасибо. I will not look in that direction. I said, I don't want to look in that direction. Я не буду смотреть в вашу сторону тогда. Praise God. Hallelujah. Okay, it's I think what we're hearing today is. Я думаю, то, что мы сегодня с вами слышим, is more like an introduction. Это было все вступление. But that we will get such a thirst in our hearts. Чтобы взогреть жажду в нашем сердце. That we will personally go. Чтобы каждый из нас лично уже. And look deep into that perfect law of liberty. Мог вникнуть глубоко в совершенный закон свободы, чтобы продолжать наслаждаться привилегией вечного присутствия, Amen, вечной жизни, to know the Father. Знать Отца. 17 глава Иоанна, 3 стих. Amen. Prayer of Jesus. Молитва Иисуса. Reason why I went on that Via Dolorosa. Та причина, по которой Иисус прошел путь Via Dolorosa. Спасибо, Отец. So that we may know. Чтобы мы могли познать Father. Отца. Amen. Personally. Лично. Потому что это та свобода, когда Сын нас освобождает истинно. Мой Отец – это ваш Отец. You've seen me, you've seen Father. Если вы видели меня, вы видели Отца. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Oh, I'm so. I don't have words to express. Мы даже это не можем выразить словами. Desire that I experience in the heart of Father. Желание и переживание сердца Отца. In the heart of His Son. В сердце Сына. For all to come to this knowledge. Чтобы все пришли к этому познанию. Hallelujah. Amen. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you for your anointing. Спасибо за твое помазание. Thank you that you're upon us. Спасибо, что ты на нас пребываешь. It's not temporary. И это не временно. Thank you for that tabernacle of your presence. Это скиния твоего присутствия. Hallelujah. And thank you that we are your tabernacle. Спасибо, что мы есть твоя скиния. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. It's to me quite historical that this day. Для меня это важно, что сегодня в этот день. I've heard that. Я услышал, Putin is also in this city. Что Путин приезжает в Екатеринбург, да? And,
Father, we pray for him. Отец, мы за него молимся. We pray for the old government. Мы молимся за все правительство. Спасибо, что Царство Божье – это добрая весть для каждого человека. Спасибо за эту могучую страну, за этот народ России. Спасибо, что народ имеет Твою Божью цель, чтобы все народы были благословлены. Это народ влияния Твоего. Я молюсь, чтобы это влияние было светом познания славы Божьей, чтобы она сияла из России сильным светом. Пусть Твоя защита пребудет на каждом. Чтобы в этой стране никакой войны не было на разрушение. Иисус, Ты победил все, что желало нас уничтожить. Благоухание, познание Христа распространяется через нашу жизнь. Потому что мы идем в Твоей победе. Благослови Россию, Господь. Благослови правительство. Во имя Иисуса. Аминь. Я кратко молитву затрону в первой главе Ефесянам. Потому что ответ на эту молитву это то, что Павел в первых стихах говорит. Во втором стихе он пишет: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего». Спасибо тебе, Отец Бог. Спасибо за это откровение. Отец наш. И Господа Иисуса Христа. Господа. Мы провозглашаем это, что Ты есть Господь. Иисус, Тебе дана вся власть на небе и на земле. Тебе дана. И эта власть на благословение, на благословение. Мы поклоняемся Тебе, Господь. И далее Павел говорит: благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением на небесах во Христе. Спасибо Тебе, Отец, за то, что это лично каждому из нас относится, в сердце каждого человека. И никогда больше мы не будем сомневаться в своей жизни. Мы не будем не уверены уверенными о том, какова цель Твоя для нас. Спасибо, потому что Твоя цель. Иисус, Ты мог сказать последние слова: «Совершилось», и Дух Святой сошел, чтобы Твоя цель могла быть, и она будет осуществлена на земле, как и на небе. Благословивший нас. Спасибо, Дух Святой, за откровение, что каждый из нас — это Твой выбор. Выбор Отца. Это хорошо, да. Мы не случайно живем. Родители нас не выбирали. Спасибо Тебе, Отец, за истину, которая нас утверждает. Аллилуйя. Избравший нас во Христе до начала времен, до сотворения. Аллилуйя, аминь, аминь. Во Христе. Это хорошо. In Christ we were. Во Христе мы были до начала времен. Аминь. Аллилуйя. And that original eternal identity. И это изначальная вечная сущность. That image and likeness. Этот образ и подобие. That were the first words that were spoken by God. Это были первые слова, которые Бог сказал about man. О человеке. Hallelujah. Let us make man. Да сотворим человека in our image. По нашему образу. Father who spoke. Отец сказал эти слова.
Son, Holy Spirit, Сын и Дух Святой, да сотворим человека по нашему образу, по нашему подобию, избравший нас во Христе до начала времен, быть. Аллилуйя. Аллилуйя. Holy, holy, holy. Свят, свят, свят. Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. И мы избраны быть святыми, непорочными пред Ним, пред Отцом, в Твоем присутствии, в агапе, в любви. Спасибо Тебе, Дух Святой, что даже прямо сейчас это передача жизни благодаря познанию того, что превосходит разумение. Это любовь. Он есть. Это Его природа, природа любви. И мы, значит, есть, потому что Он есть. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, что Ты возвращаешь нас до начала времен. Спасибо за вечную истину, которая превыше времени. И это больше, чем время могло когда-либо сказать нам. Можно? Спасибо, Дух Святой. Спасибо за эти мгновения вечности. Потому что Я Есмь открывает, что мы есть. Мы есть благодаря тому, что Он есть. Спасибо, Отец. Святые и непорочные пред Ним в любви. Потому что Он предопределил нас. Спасибо Тебе, Отец, что Ты нам открываешь наше происхождение. Мы от Тебя. Спасибо, что от Тебя, Тобою и к Тебе. И происхождение, и предназначение, и Альфа, и Омега соединились вместе во Христе, в Котором мы были, в Котором мы были в полноту времени, когда Ты был на кресте. Иисус, Ты пришел не чтобы судить, Ты пришел взыскать и спасти погибшее. Ты пришел осудить все, что было не от Тебя, что все, что не от Бога было. Значит, это было не для нас. Аллилуйя. God is for us. Бог за нас. Christ died for us. Христос умер за нас. Oh, I wish I could jump off and хотел бы спрыгнуть и походить по залу. Это так хорошо. Two days ago I could not do it. Два дня назад я даже не мог вот так прыгать. Thank you, Spirit. Спасибо, Дух Святой. Hallelujah. Praise God. Слава Богу. Это хорошее место. Now I see you. Now I can't miss you. Теперь я точно не пропущу знаки. Is your church with me? Ten minutes. Хорошо. So I told this introduction. Хорошо. Oh. Хорошо, я вступление рассказал, теперь я начну говорить слово. Это реально, это так много. Так на самом деле сильно, много есть сказать. Спасибо, Дух Святой. You're the teacher of righteousness. Дух Святой, Ты есть учитель праведности. You reveal to us. Ты нам открываешь Spirit of wisdom and revelation. Дух премудрости и откровения. Impartation. Это есть передача in the knowledge of Him, познанию Его, from whom we are. От Которого мы. Hallelujah. Thank you, Spirit. Спасибо, Дух Святой. Спасибо,
predestined to sonship for himself. Предопределил к сыновству для себя самого. So we can be, чтобы мы могли быть похвалой of the glory славы of his grace, благодати Его, with which he graced us, которой Он облагодатствовал нас in the beloved. В возлюбленном. Oh, I thank you, спасибо Тебе, Дух Святой. Just now for this personal revelation. Это откровение сейчас для каждого человека. Because Father says to us, потому что Отец нам говорит: As I love my son, так же, как я люблю сына своего, I love you. Я люблю и тебя. You are my beloved. Ты мой возлюбленный. I'm not even speaking to your neighbor. I'm not speaking to your neighbor. Я говорю сейчас не соседу вашему. I'm just ministering my love. Я любовь несу лично тебе. And this love, это любовь. It's a fountain of life. Это источник жизни внутри. That you cannot but touch people. И ты не можешь не касаться людей ее. I just want to touch one more. Хочу просто коснуться еще раз. Спасибо. Аллилуйя. Thank you so much, Father. Спасибо, Отец. Thank you for hands. Спасибо за наши руки. Hallelujah. Thank you for body. Спасибо за наше тело. Whether it's young or old. Будь оно молодым или старым. There's no spirit of age. Уже нет духа старости. In eternity in us. В вечности внутри нас. Amen. I believe. Я верю. Hallelujah. That even as we listen. Даже когда мы слышим это слово, то всякое ощущение старости исчезнет из нас через откровение жизни, полнота жизни, изобилие. Дух Святой оживляет нас. Мы читали также, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Спасибо, Отец, что Твоя полнота внутри нас и все Твое святое присутствие. Это здоровое присутствие. Можно практически это все понимать. Чтобы мы могли пережить, насколько драгоценно наше тело. Не чтобы просто наслаждаться жизнью там с мужем или женой, с детьми. Но наше тело есть место обитания Бога. It was to me such a revelation. Для меня это было таким откровением, when it came to an understanding, когда я осознал, that much more than что my natural love, намного больше есть, чем моя естественная for my любовь beloved wife and my beloved к моей возлюбленной жене, к моим возлюбленным детям. It's a revelation of his love. Это откровение о его любви, even for my wife, даже к жене моей, for our children, к детям for our моим, к нашим because внукам, his love sets us free. Потому что его любовь нас освобождает. My family are in different places of the world. Сейчас моя любовь в другом конце света находится. Но я не думаю о них сейчас. Они не часть меня там. Ни одна часть моя там не находится. Но вся его любовь в этом теле пребывает сейчас для каждого человека. Спасибо, Дух Святой. Спасибо за откровение полноты. Спасибо за откровение, которое нас насыщает. И от этой полноты твоя жизнь, твоя любовь that never fails. Не перестает. Oh, hallelujah. Thank you, Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you that we no longer judge ourselves. Спасибо, что мы себя уже самих не судим в соответствии с тем, что не получилось у нас. Because Jesus says to us now, Иисус нам говорит сейчас, I did not fail я не проиграл on your behalf, от твоего имени. От твоего my имени. Success мой успех is on your record. На твоем счету. My obedience мое послушание death до смерти от изменило непослушание первого Адама. Оно полностью отменено. Ветхая природа распята со Христом, умерла с Ним, похоронена с Ним. Вторая глава Ефесянам. Бог явил нам милость, пока мы были все еще грешниками. Кто-нибудь желает эти слова прочитать? Спасибо, Дух Святой.
God had mercy on us. Бог явил нам милость because of his great love, благодаря Его великой любви, with which he loved которой us. Он возлюбил нас. Holy Spirit, I thank Дух Святой, спасибо Тебе. I thank that, that is, it is such a revelation спасибо, что это такое откровение of that love, об этой любви, that passes knowledge, которое превосходит разумение, that passes explanations, которое невозможно объяснить словами. Don't try and explain love to your wife. Не пытайтесь жене свою любовь объяснить. Amen. Thank you, Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you that I believe я верю, that this congregation, что это собрание, all that are here, все слышащие Слово and those that are not here now. И те, кто не здесь, находится сейчас физически, но Amen. Слышит. Holy Spirit, I thank you. Спасибо, Дух Святой. Thank you for the truth, спасибо за истину, that becomes a manifest, которая проявляется witness, свидетельством for us, in us, в нас и для нас, us, и через нас. Воплощение, умноженное воплощение. Спасибо, Дух Святой. Is formed in us. Христос изобразился в Thank нас. You, Father, спасибо, Отец, that all may hear, чтобы все могли слышать и видеть and come to an understanding, и прийти к пониманию, Hallelujah, that Jesus Christ is Lord, что Иисус Христос есть Господь. And every knee bow, всякое колено, чтобы преклонилось, every knee bow, всякое колено преклонилось, and every tongue confessed, и всякий язык исповедовал, Jesus, Иисус Христос. Так хорошо. Иисус. Amen. Иисус. Lamb of God. Агнец Божий. His name is Jesus. Его назовешь Иисус, потому что Он спас нас. Даже слово «прощение» означает освобождение. Освобождение, избавление. Афиэсен, спасибо Тебе, Отец, что мы избавлены, мы свободны, потому что Сын дал нам Отца Своего. А Отец дал нам Духа Сына Своего. Галатам 4 глава. Чтобы все в нас взывало Ава, Ава, Отче. Спасибо, Дух Святой. Спасибо за эту близость, которая уничтожает всякий другой образ, like который был не от Тебя. You, спасибо Тебе, Дух Святой. Moment, спасибо, что все, что мы сейчас переживаем в это мгновение, это вечная истина. Это хорошо, да? So time время cannot interfere не вмешалось в вечность in us. В нас, внутри. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Я... Would even say I wish we had more time than normal. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Holy Spirit, I thank you. Дух Святой, спасибо Тебе. That you've come. Ты пришел. Not as a special visitor. Не как особый посетитель. You've come. Ты пришел. As a promise of Jesus. Как обетование Иисуса Христа. To fill. Наполнить. And to fulfill. И исполнить. Everything that Jesus has said. Все, что Иисус говорил. And everything that he has successfully accomplished. Все, что он успешно совершил. You come to remind us. Ты пришел напомнить нам. That we no longer got any other memory. Что у нас нет никаких других воспоминаний. Holy Spirit, Дух Святой, it was never in your memory. Этого не было в твоей памяти никогда. Father, Son, Holy потому что Отец, Сын и Дух Святой agreed about us. Согласились о нас in Christ. Во Христе in us. В нас this moment. В это мгновение. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Oh, I thank you that that words спасибо, что слова cannot explain. Не могут объяснить. Thank you, спасибо, Дух Святой. Thank you for fellowship, спасибо за общение с нашим Духом. Our spirit is completely revived. И наш Дух полностью оживлен. Experience that? Вы это ощущаете? Amen. Hallelujah. Eternity in us. Вечность внутри нас. It's no longer empty space. Уже не пустое место. There's vibrant life there. Оно бьется жизнью. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. This agreement. Есть согласие. Fellowship of Spirit. Общение Духа. And therefore we experience. Поэтому мы переживаем. At grace. Благодать. Upon grace. На благодать. Upon grace. На благодать. Out of His fullness. От Его полноты. In us. В нас. Hallelujah. Of Christ. От Христа. Of Messiah. От Его, Мессии, от Messiah Него. Мессия в нас. Is completely Messiah for us. Это совершенный Мессия для нас. And every fiber, even of our body, и каждая клеточка нашего тела temple, это храм of Holy Spirit. Духа Святого. And Jesus said, Иисус сказал, when I send Holy Spirit to когда you, пошлю вам Духа Святого, I and Father, я и Отец come and make our dwelling придем обитать в вас. Thank you for Emmanuel. Спасибо за Иммануила. God with us. С нами Бог. God in us. Бог в нас. Amen. Father, I thank you. Спасибо, Отец. That shadows за то, что тени are gone ушли forever. Навсегда. Hallelujah. And that we are и мы your light, Jesus. Есть Твой свет, Иисус. We are your light. Мы Твой свет. Wherever we go. Куда бы мы ни пошли. Amen. This is not just words. Это не просто слова. Amen. I've been in so-called dark places. Я бывал в так называемых темных местах. I've not even mentioned the places. Не буду называть их даже. And I was not conscious of darkness. И я не замечал там тьмы. Because we are beholding. Потому что мы взираем His glory. На Его славу. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. And there's not one person. И нет ни одного человека, more special than another. Который более особенный, чем другой. Oh, if there's one revelation, I pray that the Holy Spirit will just make an impartation. Одно только откровение, чтобы Дух Святой донес этого до нашего сердца. Never again say. Никогда не говорите. I wish I was like him or like her. Хотел бы я быть похожим на него или на нее. Не говорите. Be uncomfortable with yourself. Никогда не думайте, что вам самим собой некомфортно. Salvation. Спасение. That eternal. Perfect sacrifice. Это совершенная вечная жертва, so sanctified us, которая настолько нас осветила, so justified настолько us, нас оправдала, so redeemed us, настолько нас искупила, so reconciled настолько us, нас примирила, that God что Бог is comfortable with us, в комфорте с нами us. Пребывает Amen. Внутри нас. So be comfortable. Поэтому будьте сами с собою in that love. В комфорте, в любви. In that love. В этой любви. Hallelujah. Please, time is finished. Время закончилось. Amen. У нас. I thought it would end with Ephesians 3, but we... Я хотел еще третью главу Ефесянам затронуть. Amen. Может быть, в следующий раз. Хорошо. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Мы любим вас. Да? Да. Thank you. Come, let us just stand for давайте встанем все на мгновение. It's very personal, but I hear from the heart of Father. То, что я сейчас слышу из сердца Отца, это очень личное. Amen. It's not my children. It's not my children. I don't hear my children. Я сейчас не о своих детях это слышу. I hear my child. Я не слышу слово «дети мои». Я слышу слово «мой сын», «мое дитя». Amen. My personal son. Мой сын, моя дочь, лично моя. You are to me as precious. Для меня ты настолько же драгоценен, as my son Jesus. Как мой сын Иисус. And this moment, и в это мгновение, that revelation, это откровение, it's not just a flashlight and it's gone. Это не просто свет, который засиял и ушел. It's my eternal love presence. Это вечное присутствие моей любви, that just permeates you. Которое тебя наполняет, проникает в тебя, пропитывает сейчас. Как будто бы сейчас нет зала, наполненного людьми. Ты лично ощущаешь мою любовь. Ты переживаешь мое присутствие к тебе. Даже если ты был одним человеком, я бы своего сына отдал в жизнь его за тебя. И я отдал его. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Hallelujah.
Thank you for eternal truth. Спасибо за вечную истину, которая есть вечное познание of your son, Твоего Сына as our way, как нашего пути, our truth, нашей истины our life. И нашей жизни. And he has returned us to the bosom of our Он вернул нас в недра Отца нашего. This moment, в это мгновение we're embraced. Мы в объятиях Отца, каждый из нас лично. And we embrace. И мы обнимаем его в ответ. Thank you for that privilege. Спасибо за эту привилегию. Thank you that when Father, when you embraced even prodigal son, спасибо, Отец, что даже когда ты обнял блудного сына, came from the pigs, который вернулся от свиней, thank you that your opinion never changed. Спасибо, что твое мнение о нем не менялось никогда. To make him worthy. Никогда не нужно было что-то сделать ему, чтобы заработать достоинство. Moment, спасибо за это мгновение, Отец, за личную твою любовь, которая уничтожает всякий другой образ. Всякая тень ушла. Истинный свет наполняет и просвещает. И мы любим, потому что ты прежде возлюбил нас. Спасибо, Отец. The new covenant, the new law of Jesus. Спасибо, что новый завет, новая заповедь Иисуса исполнилась. Because of the blood of your covenant. Благодаря крови нового завета. Not one of us will experience distance again. Ни один из нас больше не будет чувствовать дистанцию к Богу. We love. Мы любим. Because you first. Потому что ты первый возлюбил нас. And you constantly love us. И постоянно любишь нас. Here we are, Lord. Вот мы, Господь. Love slaves. Мы рабы любви, потому что мы возлюбленные сыны и дочери Твои. Иисус, Ты есть Господь. Мы в служении Твоем. Пошли нас, Господь. Спасибо за Твое вечное обетование. Се я с вами. Се я с вами. Смотри, я с Тобою. Я с Тобою. С Тобой до скончания века. Спасибо за вечность, которая наполняет все время. Поклоняемся Тебе, Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца нашего. Постоянное общение, общение Духа Святого. Через Его жертву мы были освящены. Наш дух и душа и тело. Общение Духа Святого. Во имя Иисуса. Аминь.